Девочки, мальчики, всем большой привет! Добро пожаловать на канал Иринка Мискик. И сегодня у меня будут пустые баночки хозяйки на заметку. Если вам интересно узнать, что у меня и какое мнение сложилось о данных продуктах, конечно же, тогда я вас приглашаю к просмотру. Первое, с чего хочу начать сегодня, это с того, что, во-первых, показать вам то количество, которое собралось у меня здесь, в этой квартире, пустые баночки здесь, будет обзор продуктов из магазина Fix Price, то, что я покупала, на заднем фоне у меня гуляет сэр Дарвин. Дарвин, не мешай, пожалуйста, мне, хорошо? Иди сюда, друг. Иди сюда. Вот, все, молодец. Будут продукты из магазина Fix Price и много всего. Так что берите кружку чая и начнем, потому что болтать я буду сегодня долго и много. Начну, наверное, давайте с пакетиков по традиции и закончу всеми остальными продуктами. Все сейчас пакетики сюда возьму. Так, первое, что я хочу показать, это вот такие вот будут губки кухонные от Фрэнкин Бок. Могу сказать одно, они, их здесь 6 штук, они стоили где-то что-то в пределах 40 рублей, это на сегодняшний день очень бюджетно, девочки, я покупала их в Магнит Косметика, по-моему, как раз была там акция. Могу сказать только одно, вот этой одной губочки мне кое-как хватает на неделю использования. У меня, знаете, я не люблю те губки, которые после какого-то использования, там несколько дней, она становится в таком непотребном виде, и к тому же вот эти губки, они очень быстро приходят в такую вот визуальную негодность, при этом, при всем, они очень плохо размыливают средства моющие, но как-то вот у меня с Фрэнкин Бок как-то что-то, знаете, ни два, ни полтора, могу я вот смело поставить 3 с плюсом этим губкам, если совершенно нет никаких губок в магазине, я, конечно же, беру вот эти вот губочки и ими пользуюсь на недельку, одной губки хватает, как бы, в принципе, ну так, знаете, с натяжечкой можно, в принципе, взять, но вот так вот 100% сказать, девочки, берите, если будет по акции, набирайте побольше, сказать, конечно, это вам, увы, не могу. Следующее хочу вам сказать, и что я хочу вам показать, это у меня будет целые 2 упаковки туалетной бумаги, она называется Папия, и да, и еще одна Папия, причем это Папия Делюкс. Я где-то, знаете, у кого-то видео о покупках из магазина Fix Price, или не помню, девчонки, в общем, у кого-то я слышала о том, что, блин, намного лучше даже, чем туалетная бумага Зева. Могу сказать только одно, вот эти вот, тут получается у нас 8 рулонов, да, тут у нас получается 8 рулонов, то 4 рулона, 10 рулонов, девочки. Вот если не соврать, за полтора месяца, ну, я не скажу, что мы в эти полтора месяца мы страдали диареей и прям безумно пользовались, сидели только, извините, на белом троне, ну, у нас сегодня пустые баночки, у хозяйки на заметку, так уж простите меня, сегодня будут такие вот весьма пикантные подробности, что касаемо ухода за домом и вообще. Ну, почему я их, собственно говоря, в хозяйке на заметку отмечаю, потому что это в большей степени такие хозяйственные вещи. В общем, мне понравилось, очень быстро расходуются, их очень мало в одном рулоне, и они какие-то, знаете, ну, что-то не менее впечатлили, и цена у них идет тоже, извините, не бюджетная, и поэтому, ну, за полтора месяца 10... 4, 8, 12 рулонов, серьезно? Не, больше точно не возьму, мне особо не понравилось, тем более здесь вот эта вот трубка, на чем намотана туалетная бумага, она не акватуб, и мне это не очень сильно нравится, в общем, я привыкла уже к Зеве, и мне намного больше нравится Зева, и Зева намного мягче, чем вот эта, такая более твердая, так что для нежных попок не подойдет, могу вам сказать честно, ну, дикий расход, и я считаю то, что ненужная трата денег. Следующая тоже, кстати, по отзывам купила вот такую вот, такие вот бумажные полотенца «Фамилия», называется «Фэмили», наверное, «Фэмили» или «Фамилия», не знаю, тут с пингвинчиками покупала Fix Price, стоили они, по-моему, то ли 77 рублей, то ли 99 рублей, не помню, девчонки. Могу сказать одно, вот эти 2 рулона, они у меня улетели практически за месяц.
Они достаточно тонкие. Для использования на кухне их тоже мало, надо несколько разматывать. Если, допустим, брать другие полотенца, да, бумажные, более дорогие, могу сказать, да, они намного получше. Здесь два слоя у этой, у этих бумажных полотенец, они меня особо не впечатлили, могу сказать. Их я больше точно покупать не буду, но не понравились. Они мне слабо впитывают, и тем более, если, к примеру, вытираете лицо, оно у вас очень сильно влажное, то может просто оно распадаться на волокна. Так что мне как-то не повезло с фамилией, так что как-то вот так вот, девчонки. Больше о них ничего сказать не могу. Следующее, что я хочу показать, это будет порошок стиральный, называется Эко. Вообще, это, как я поняла, это идет у нас японская технология разработки порошка, но оно производится на территории Российской Федерации. То есть, в принципе, оно где-то изготовитель, Волгодонский химический завод «Кристалл», производит данный порошок. Могу сказать, девочки, одно, замечательно отстирывает белые вещи, хлопковые вещи из натуральных тканей. Не использовала я на шерстяные вещи данные средства. Хорошо, в принципе, отстирывает, замечательно распенивается, его нужно совсем немножко, оно концентрированное, но у него есть один минус. Вот именно вот этот универсальный, помимо того, что его можно использовать для детских вещей, я стирала ему детские вещи, взрослые вещи, цвета на одежде он выстирывает. Как бы можно его использовать только для светлых вещей, так, в принципе, неплохой. Хорошо выстирывается, практически не имеет никакого запаха на одежде. Замечательный, в принципе, замечательный порошок. Я с удовольствием к нему еще разок вернусь. Так что еще можно сказать? Не вызвал ни аллергии, ни зуда, ничего. В принципе, да, можно использовать для деток с нуля плюс. Отстирывает любые пятна. Мы падали на траву, отстирал. Кофе отстирал, чай отстирал, в принципе, да. Ягодки тоже неплохо отстирывать. Сейчас летний период, как раз такие порошки можно смело тестировать. Следующий порошок, который я брала, это Пемос. Покупала его за супербюджетную стоимость 33 рубля. Хотела просто его проэкспериментировать. То есть тут более 50 ярких и свежих вещей. Ручная стирка, активная пена. Пенится сумасшедше, отстирывает достаточно плохо. Мне не понравилось, но если вам нужно простирать какие-то, знаете, такие бытовые вещи, какие-то, может быть, коврики, либо еще что-то, в принципе, можно использовать. То есть, как бы такой, знаете, у него какой-то такой порошок, он вот, ну, и вот таким вот запахом этого порошка пахнут все обычные хозяйственные магазины. Ну, какой-то такой, знаете, он у меня улетел, вот это вот 350 грамм, ушло не 50 ярких вещей, наверное, на стирке 3 мне хватило его для того, чтобы постирать. Ну, такая вот я хозяйка, как-то он меня не впечатлил, рекомендовать точно не могу. Следующая штучка, которая мне очень сильно понравилась, это был блеск и сияние Клин, окна и стекла, средство для очистки стекол, содержит спирт с зеленым яблоком. Я их покупала, вот эти средства я покупала по акции Магнит Косметик, наверное, год назад, может быть, даже поменьше. Могу сказать, он у меня вот только закончился, супер экономичный, замечательно, вообще очищает любые поверхности стеклянные, в том числе и стекла, и зеркала, пару пшиков, и все будет чисто, все замечательно. Мне очень сильно понравилось, я обязательно к нему вернусь. Если покупать на акциях, это просто супер-мега бюджетно. Нравится тем, что после него действительно сияние и не оставляет никаких разводов. Очень-очень-очень, еще раз скажу вам, мне сильно понравилось данное средство. Хороший пульверизатор, ни разу не подвел. Полностью до последней капли я его израсходовала. И вообще все как-то здорово, все классно. Продумано, все очень удобно держать в руке, не соскальзывает. Комфортная, удобная, чистая уборка с ним получается. Хорошая пена, которая хорошо убирается как бумажными полотенцами, так и тряпочными. Следующее, что я хочу показать, у меня здесь очень много накопилось средств Фэри. Как вы видите, то есть я это все покупала в Магнит, не в Магнит, я покупала это все в фикс прайсе за 55 рублей. Могу сказать одно, то что вот этот вот Фэри, он мне намного больше нравится, чем новая обновленная версия сейчас, которая идет у фирмы Fairy, да, вот это вот супер-пупер, где там супер-пупер концентрированный. Вот это вот как бы просто написано два раза гуще, мне его хватает реально надолго, но я им использовала в этой квартире не только для мытья посуды, я также могла просто помыть пол, я вообще всегда универсально использую Фэри. В общем, улетело три штуки, и куплю ли я еще такой Фэри, если найду, конечно же, куплю, и
цена-качество, девочки, старичок Ферри меня ни разу не подводил, я очень сильно им довольна именно вот этой вот версией. Долго о нем говорить, думаю, не стоит, это такое же пробитый материал. Так, следующее, что я хочу вам показать, это две версии средства для очистки ванных комнат. Это Чистин 8 в 1 и универсал. Начну, наверное, вот это вот 8 в 1, которое меня впечатлило, покорило, удивило, и вообще у меня еще один сейчас такой стоит в ванной. В общем, 8 в 1 это санитарно-гигиеническое средство, им можно чистить сантехнику, унитаз, им даже можно чистить под раковиной вот эта вот штучка. Сифоны вот эти вот, можно чистить плитку, вообще можно мыть пол. Универсальное до безумия средство, я им все делала, и мыла пол, и пыталась даже почистить сифон, да, вот под раковиной. Могу сказать только одно, у него дикий запах хлора, прям надо работать в какой-то маске, убираясь, но он замечательно очищает любые поверхности, как, допустим, плитку ванной, очень хорошо очистил ванную комнату, именно саму ванную, где даже были какие-то потеки ржавчины, замечательно убрал. Унитаз хорошо очистил, очень сильно нравится, он достаточно густой, и его хватает вот этой вот упаковки 750 мл на месяц. И что мне очень нравится, то что по использованию сама упаковка, она, вот видите, как бы я ее не мыла ничего, но нет никаких потеков, ничего не сломано, герметично все закрывается, хорошо открывается, то есть очень-очень удобно им пользоваться, то есть, как бы, в принципе, никаких нареканий в плане того, что вы обольетесь, либо оно где-то что-то потекет, и если у вас маленький ребенок, вы сами знаете, то есть такие вот средства нужно, чтобы максимально крепко были закрыты, и чтобы оно, в случае, если вдруг ребенок случайно на него нарвется, чтобы он это не смог открыть. Так вот эта вот упаковка, она отвечает всем моим требованиям, и я очень сильно довольна. В принципе, он не заменил другие средства, я им с удовольствием пользуюсь. Следующее средство, тоже Чистин, как я вам уже сказала, только это универсал, тоже содержит хлор. Тут вообще производитель пишет, что на этой упаковке уничтожает микробы грибов, удаляет стойкие загрязнения, устраняет неприятные запахи. Ну, запах хлора вообще, все, что все запахи убивает, какие только можно. Единственное, что вот этот вот в беленькой упаковке, он намного более такой жидкий, и он быстрее расходуется. А так тоже, как бы, в принципе, неплохой, и единственное, что намного быстрее расходуется, и как бы поэтому к нему уже рука не тянется в магазине, но так тоже, в принципе, неплохо. Следующее средство, которое я хочу вам показать, и это средство, от которого я сейчас буду просто плеваться ядом, это Clean Glass от фирмы GRESS, как-то так, Grace. Это средство, очиститель стекол зеркал, и не оставляет разводов, удаляет пятна от пальцев. Вот очистить стекла, знаете, зеркала, ничего не получится, вы ничего им не очистите, вот как были пятна, так они останутся. Но вот что касаемо мониторов, экраны телевизоров, клавиатуру, даже пластик, вот любой пластик, даже вот, допустим, подоконники у евроокон, вот эти, которые идут пластиковые, и какие-то пластиковые двери, очищают девчонки просто вот так вот, сумасшедше классно. И могу сказать, то, что здесь 600 мл, и покупала я его очень бюджетно, прям как-то очень-очень бюджетно покупала я его в Магнит Косметик. У кого есть магазин Магнит Косметик, присмотритесь, если вам нужно средство для очистки, еще раз повторюсь, мониторов, каких-то пластиковых поверхностей, убирает все пятна на ура. Но что касаемо зеркальных поверхностей, ничего не убирает, какую-то оставляет даже белый налет, какую-то пленку. Пульверизатор тоже неплохо, но до конца все средство оно не отдает, тут немножечко его осталось. Тоже, в принципе, комфортно им пользоваться, иногда он выдает такую резкую струю, но тут как бы, в принципе, по-моему, даже ничего и не настраивается, да, то есть как он есть, так он и есть. Но такое, хочу вам сказать, на 3 с плюсом средство для мониторов пойдет, а для стекол по назначению, конечно же, не подходит. И крайнее средство, которое хочу вам сегодня показать, это Вернель. Интенсивный аромат на 10 недель, это у них какая-то, по всей видимости, новая версия, потому что я до этого брала интенсивный аромат на 8 недель. Что могу сказать? Здесь диски, аромат дикого гибискуса и масло розы. Очень-очень-очень пахнет
это средство розы. И эта роза, если вы любите аромат розы, он останется на вашем белье, в вашей ванной комнате, там, где вы сушите ваши вещи, будет аромат вот этой вот розы. Мне как-то особо роза не нравится, но с учетом того, что после использования данного средства белье всегда, оно мягкое, замечательно выглаживается, даже если чуть-чуть вы его забудете снять, с вашей сушилки для белья, ничего криминального не произойдет, вы его отгладите, и оно будет по-настоящему мягкое. Постельное белье действительно достаточно долго пахнет, ароматом расходуется достаточно экономично, мне вот этой упаковочки хватило на 1,5 месяца, на 10 стирок рассчитано вот это вот бутылечек. Так что мне очень-очень понравилось средство вот это Вернель. Я вообще Вернель очень нежно люблю, только вот этот вот аромат розы мне как-то, так знаете, не особо приглянулся. Ну что, девочки и мальчики, все, вот это все были мои пустые баночки хозяйки на заметку. На самом деле, очень давно не снимала данные видео и как-то уже даже отвыкла от этого, но надеюсь, то, что я войду в русло и буду вам дальше регулярно снимать свои пустышки, рассказывать вам свое мнение. Если, конечно же, вам понравилось данное видео, поддержите меня пальчиком вверх, пишите комментарии, чем вы пользовались, какое у вас сложилось мнение. Может быть, у вас какие-то есть советы, какие-то свои ноу-хау и супер покупки, которые вы совершаете, и вам нравятся эти средства, и хотите поделиться со мной, чтобы я тоже их попробовала, конечно же, мне будет очень приятно. И если вы зашли ко мне впервые, вам понравилось со мной провести время, конечно же, подписывайтесь на мой канал, мне будет очень приятно увидеть вас в числе своих подписчиков. Не забывайте подписываться на мой инстаграм, конечно же, я там тоже вас всегда рада очень видеть. Берегите себя и своих близких, а мы с вами увидимся в скором будущем новом видео. Всех люблю, целую, с вами была ваша Ирина, и всем пока-пока!